Батюшки! Павел Иванович! Здорово! Здорово! Не спал! Я немножко припозднился, но зато я привез целый отряд. Я вижу! Гарик, здорово! Здорово! Тоже за рулем был? Нет. Не был? Здорово! Здорово! Игорь Иванович! Николай! С прибытием! Ну что ж, можно езжать? Да, езжаем. Вы-то можете там. Да так надо выстроиться было. О, тут у нас Сережа и дамы. Здравствуйте. Привет, Рода. Паша, привет. Ждем тебя. Подождем. Это там сладенький. Каждого радует. Хочу вам сразу представить двух научных нашего отряда. Николай, это Рос и Гарик. Наталью мы подобрали у Кагабаля. Забедовала девушка. Ехала в Питер, я против. Обещала сработать 2 дня, сейчас я открыл условия, а потом я ее раз назад увидела. Если захочет. Паша, а со мной что, не здороваешься? Ой, ты! Спасибо за все добрые слова. Это ваш соответствует? Это... Это мама. Да, в общем, определите. Там солёное замороженное, это хрящёное. Там в банках уже готовое, это уже прямо к столу. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Ого! Мэтт, Мэтт, очень хорошо. Там разные. Давай, ага. Мэтт сразу. Давай. Очередное эхо войны. Нашего полку прибыло. И мы сразу этот полк в виде маршевой роты привели на работу. А это та самая лимонка, по которой, собственно, и определили место. Горочка патронов, ручка от гранаты РГД-33 и несколько кусков ткани. Общий план предстоящего второго места работы перед началом раскопа. Съемка с той же точки в середине процесса. Из одежды, наверное. Ну, подумали, почему бы не выпить? И не выпили. Вот такие у нас дровосеки. Зато аппетит будет хороший. Так позировщики. Как сказал старый татарин, мы здесь сдохнем все. А кто у нас старый татарин? Кучка растет. Улева, мы все умерли. Улева, мы погибли. Пользуясь случаем, передаем привет всему мировому сообществу, миролюбивой общественности и прогрессивному человечеству. Заготавливаем дрова в рог. Молодцы! Моя сабля кривая за родную сторону, за
на Любушку жену, я пойду воевать с врагами. И так и по бревнышку еще каждому. Красавчик. Что и делали, Игорь Иванович? Илья. Смотри, вошло. Лежа, откуда ты все дрова тянуть? Скажет, отставили меня дома. А сами там давай бедрами медальоны. Да, сейчас, если... Только что на этом месте мы нашли бойца. И не более 5 минут назад Динар Минзаирович отыскал у него медальон. Останков пока нет. Почва, сами видите, какая. Болото, чача, чвага, я бы так сказал. Без опережающей ямы никак. Вот приходится вот так работать. Вот такие красавчики у нас отыскивают раритеты. Ну и людей, естественно. Зацепили на гранату. Потом пошли патроны. Потом ремень. И с другой стороны дерева винтовка с примкнутым штыком. Конечно, откачать все болото невозможно, но что-то сделать можно. И помимо медальона нашли мы при бойце еще и портсигар. Что, клички? Люверс, видимо, от плащ-палатки. Павел Иванович, крышечка потеряна в августе 2015 года. На болоте гладкая. Взгляд командарма оценил. Вот это да. Уважаемые товарищи, вы все видели сами. Кромешное болото вокруг. Трудные условия работы. Вода. Корневища. Тина. В общем, болото. Мы не нашли останков вашего родственника. Нашли медальон. Нашли портсигар. Нашли патроны его, гранаты, нашли винтовку, подсумок, пояс и пряжка ремня. Больше ничего. По всей вероятности, был в валенках, как и все бойцы 861-го стрелкового полка, скорее всего, в котором служил и ваш боец. Не обессудьте, мы сделали все, что могли. Посмотрите сами. На бойце выросли 2 березы. Мы их вынуждены были завалить, чтобы освободить место. Вот тут лежал наш воин. Нашел вашего бойца крайний слева человек. Динар Минзаирович Тютин.